Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня мы продолжим читать книжку, и сегодня у нас история гусеницы. Вдоль садовой ограды малина и смородина росли так тесно, что казалось, там больше не поместится и травинки. Но крапива, видно, так не считала. Ух, сколько ее там было! Там-то и жила гусеница. Посмотрите, вот эта вот гусеница жила в крапиве. Жила она на самом большом кусте крапивы и с утра до ночи жевала крапиву. Это было все, что она умела делать, бедняжка. Но не подумайте, что она жаловалась на свою судьбу. Ничего подобного. Ах, как хорошо жить на свете, когда крапивы вдоволь, приговаривала она в те редкие минуты, когда переставала жевать. Да, это и называется жить в свое удовольствие. Как хорошо! А кругом правда, и правда было так хорошо. Солнце с каждым днем поднималось все выше, сияло все ярче, грело все сильнее, и на земле все старались ему подражать. Деревья, кусты, трава тянулись в вышину. Речка сверкала так, что больно было смотреть. Все теплее становился вечер, а луг покрывался тысячами маленьких желтых солнышек. Это расцветали одуванчики. Что говорить, была весна, но гусеница и знать не желала о весне. Она никогда не оглядывалась вокруг. Она смотрела только на крапиву, видела только крапиву, думала только о крапиве. Жевала, жевала, жевала крапиву. Даже лесной клоп, вот это у нас лесной клоп, который жил по соседству на ветке малины, находил, что это чересчур. Конечно, еда – дело важное, – объяснял он тлям, сидевшим под кустом. Но нельзя же из-за еды, тем более из-за крапивы, забыть обо всем на свете. Где, – спрашиваю я, – где у этой гусеницы высшие духовные интересы? Тут ими и не пахнет. И тли, хотя они и ничего не понимали в этих рассуждениях, посмотрите, вот это вот тли у нас сидят. Маленькие, мелкие такие букашечки. И тли, хотя они ничего не понимали в этих рассуждениях, хором поддакивали клопу. Ведь он-то клоп, что и говорить, умел не только есть, но и пахнуть. Да еще как, особенно когда волновался. А он всегда волновался, если ему возражали. Но гусеница и не думала волноваться. Она, можно сказать, и ухом не вела, тем более, что ушей у нее не было. «Я выше этих пересудов», – ворчала она, – «я занимаюсь делом, а не всех остальных, а на всех остальных мне наплевать, спору нет». Свое дело она знала, ведь далеко не каждый сумеет с утра до ночи глотать сырую крапиву и не сразу, и не обжечься. И ни разу не обжечься. И все-таки, по-моему, ей не следовало так презирать всех остальных. Например, птиц. «Поют», — сердито ворчала она, когда птицы распевали свои лучшие песни. «Поют и чирикают пустозвоны. Песнями сыт не будешь». «Ах, нет! Петь — это так прекрасно!» Вздохнул молодельный кузнечик, который умел играть на своей скрипочке одну единственную ноту. «Я бы так хотел петь, как птицы». Вот смотрите, как они на крапиве у нас сидит. Гусеница и жует крапиву. Тут съела, все подряд жует. А это клоп. И тут маленькие у нас еще блошки. Ну и пой. «Пой на здоровье!» – хихикнула гусеница. «Можешь даже летать! Самое подходящее занятие для пустозвона!» «А ведь когда-нибудь и ты будешь летать, соседка!»
раздался чей-то медленный скрипучий голос. Гусеница так изумилась, что даже оглянулась. Это говорила мудрая старая улитка. К ее словам нельзя было не прислушаться. Все знали, что она старше всех на свете. Ей было 2, а то и 3 года, и она много повидала на своем веку. «Это вы мне?» – спросила гусеница. «Вон гусеница у нас». «Да-да, именно тебе. Когда-нибудь у тебя вырастут крылья, и ты будешь летать почти как...» Но гусеница не дала договорить. «Какая чушь!» – кричала она. «Я летать? Нет уж, спасибо, да ни за что на свете. Пусть этой чепухой занимаются птицы, бессмысленные, пустоголовые твари». «Ты бы поосторожней, а птица!» – говорила улитка, опасливо втягивая рожки. «Ведь они могут тебя съесть!» Тут гусеница чуть не подавилась от возмущения. «Съесть меня!» – кричала она. «Съесть меня! Меня никто не может съесть! Я волосатая и очень-очень противная на вкус!» – с гордостью поговаривала она, немного успокоившись. «Это видит всякий, у кого есть глаза!» «Да, меня никто не может съесть! Есть – это мое дело!» И она была уже собралась заняться своим любимым делом, как вдруг что-то огромное, страшное, с шумом и свистом налетело на нее. Гусеница почувствовала, что ее стиснули, подхватили и понесли высоко-высоко в самое небо. Ну что ж, попила, поела, недаром жизнь прожила, мелькнула у гусеницы в голове. Бедняжка решила, что пришла ее смерть. На самом деле это был скворушка, совсем молодой, желторотый. Он даже не знал, что таких гусениц не едят, и был очень горд своей добычей. «Мама, мама, гляди, чего я нашел!» – крикнул он, усаживаясь на ветку перед скворечихой, перед скворечником, прибитым на очень высокой елке. Из скворечника выглянула мама, скворчиха. «Брось немедленно эту гадость», – строго сказала она. «Ох уж эти дети, всякую дрянь тащат в рот. Брось сейчас же, а то у тебя живот заболит». Скворушка, к счастью для себя, особенно для гусеницы, была послушным ребенком. Он немедленно выпустил гусеницу из клюва, и она, стремглав, полетела вниз. Но надо отдать ей справедливость. Она не потеряла головы. Падая, она успела выпустить шелковинку, и тем, и чем длиннее становилась шелковинка, тем плавнее становилось падение. И вскоре шелковинка зацепилась за сучок. Гусеница ловко подтянулась и, наконец, слегка помятая, очень испуганная, уселась на сучке и могла перевести дух. Чуть-чуть отдышавшись, она почувствовала сильный голод и оглянулась в поисках своей любимой крапивы. И она увидела луг, и речку, и лес за речкой. Вот она упала здесь на сучок, зацепилась и посмотрела вокруг. Там был луг, и речка, и солнышко. Все это она раньше не видела, потому что только кушала. И весь большой мир, широкий мир, в котором она родилась и выросла, и которого никогда не замечала, сколько крапивы вырвалось у нее. «Я не знала, что на свете так много крапивы. Извините». «Вы что-то сказали?» – спросил чей-то бас.
у нее над самым ухом, хотя ушей у нее, как вы помните, не было. Гусеница вздрогнула и обернулась. Возле нее сидел жук, такой большой, что просто странно. Как это она его не заметила, когда он появился? Он был совсем закован в блестящий темно-коричневый панцирь, а на голове у него торчала пара длинных рогов, грозных. Я сказала, как много крапивы, объяснила она против обыкновения, довольно вежливо. Уж очень внушительный вид был у этого жука. Крапивы? Где? Переспросил жук удивительно. Ну, повсюду. Гусеница повела головой. Но жук продолжал недоумевать. Если вы имеете в виду, вот это показал он вперед, так это вовсе не крапива, это речка. Да нет, вон там, наверху, наверху. Наверху засмеялся жук. Это небо, уверяю вас. Там нет никакой крапивы. То-то я смотрю, цвет какой-то странный, согласилась гусеница. А вон там, впереди, там все зеленое. Это уж, конечно, крапива. Вот здесь она имела в виду. Да что вы, удивился жук. Это же лес, лес. Да что вы, удивился жук. Это еще что такое, буркнула гусеница. Ей стало уже неинтересно слушать. Но жуку, видно, понравилось объяснять. Лес – это замечательная вещь. С воодушевлением продолжал он. Это много-много деревьев, и кустов, и трав, и всего, чего душе угодно. Значит, там-то есть крапивы, перебила его гусеница. Еще бы, ответил жук, крапива там хоть отбавляй. Но что крапива? Там есть вещи гораздо повкуснее, например, ягоды, земляника или листья на березах. Объедение. Куда лучше крапивы. Видите, тут сидят гусеница и жук и рассуждают. Гусеница очень удивилась, что вокруг всего так много. Сомневаюсь, тихо сказала гусеница. Уверяю вас, горячо продолжал жук. Хотите, полетим туда, и вы сами убедитесь. Гусеница пробормотала что-то невнятное. Ей почему-то было стыдно признаться, что она не умеет летать. Но жук ничего не заметил. Он был занят. Приподняв жесткие блестящие надкрылья, он развернулся пару чудесных прозрачных крыльев и загудел, накачавшись воздухом, так делают все жуки, готовясь в полет. «Полетели!» — крикнул он наконец, и гусеница осталась одна. «Подумаешь, расхвастался надутый!» — обиженно сказала она. «У меня тоже будут крылья. Вот!» «Вы были правы, соседка», — сказала она улитке, когда после долгого и трудного путешествия по стволу елки добралась наконец-то до родной крапивы и утолила первый голод. Люди в таких случаях говорят, заморила червячок. Ну, конечно, гусенице это выражение вряд ли бы понравилось. «Права? Я всегда права. А ты? О чем, соседка?» – спросила улитка. «Я поняла, что мне нужны крылья. Я очень рада, что они у меня будут. И поскорее бы, ведь тогда я полечу и съем весь этот вкусный, как его, лес!» Улитка только покачала головой. Зато лесной клоп, который с интересом прислушивался к их разговору, с довольным видом сказал: «Не говорил ли я, когда она повидает свет, у нее сильно расширится кругозор». И тли, хотя и не могли припомнить ничего подобного, разумеется, дружно с ним согласились.
чтобы он не волновался, клоп. Гусеница их уже не слушала. Она принялась сразу грызть крапиву. Ведь теперь ей еще больше хотелось вырасти и поскорее стать крылатой. Но хотя грызла она свою крапиву с прежним аппетитом, и крапивы было по-прежнему вдоволь, но все оставалось по-прежнему. Одуванчики давно отцвели и облетели, на лугу появились новые цветы. Вскоре отцвели и они, ведь цветы живут не так долго. Изменилась и сама гусеница. Она очень выросла и не мудрено, ведь на аппетит она никогда не могла пожаловаться. А главное, стала совершать поступки, которые от нее никак нельзя было ожидать. Порой, например, она переставала грызть крапиву, поднимала голову и озиралась, словно чего-то ждала. А иногда она даже сползала на самую верхушку куста и подолгу смотрела вдаль. Конечно, она бы ни за что и никому, даже самой себе, не признала, что ей хочется снова увидеть небо и речку, и луг, и лес. Но вокруг ничего не было видно, кроме листьев крапивы. Крапива тоже очень разрослась к этому времени, и гусеница спустилась вниз и со вздохом принималась грызть самый большой сочный крапивный лист. А однажды гусенице приснился сон. Кто бы мог подумать? Да-да, самый настоящий сон. Она вдруг стала большая-пребольшая, кожа на спине у нее лопнула, приподнялась точь-в-точь, как у жука, развернулась она огромные перепончатые крылья, и она взлетела. Вот она кружит над елкой, скворцы в ужасе прячутся в свои скворечники, а гусеницы и нет до ней дела. Мерно, взмахивая могучими крыльями, она летела над лугом, над речкой, туда, в далекой синей полосе леса. Вот-вот она будет там. Останется всего несколько взмахов, и тут с шумом и свистом налетает страшный вихрь. Крылья обрываются, и она падает, падает, падает. Она проснулась, вздрогнув, и от ее резкого движения что-то полупрозрачное, легкое, как мушиное крыло, сорвалось с листа и, покачиваясь, медленно, плавно опустилось на землю, ее крыло. Но нет, это была всего-навсего ее старая шкурка. Гусеница так выросла, что уже не помещалось в ней, и шкурка лопнула и свалилась. Так значит, она просто-напросто перелиняла во сне. А крыльев у нее все нет? Да, и будут ли они когда-нибудь? Ведь время идет и идет. Да, время шло и шло, хотя лето было в самом разгаре, и солнце, казалось, горело сильнее прежнего, и на смену отцветшим цветам приходили все новые, что-то ушло вместе с ушедшей весной. Гусеница и сама не понимала, что ей чего-то не хватает, как однажды у нее вдруг вырвалось. Как жаль, что птицы больше не поют. Она тут же испугалась и оглянулась. Не слышал ли кто ее странных слов? Слава богу, кажется, никто не слышал. Хотя почему лесной клоп так сердито на нее смотрит? И почему все тли дружно захихикали тоненькими голосами? Ну что ж, она заслужила надсмешку. Подумать только, что она могла сказать такую вещь. Нет, надо выкинуть все эти глупости из головы. И в тот самый день прилетел откуда-то первый желтый лист.
А потом желтых листьев стало много-много, и она начала, и они начали падать все чаще. Накрапывал дождь, ветер становился все сильнее и холоднее, и даже солнце ничего не могло с этим поделать. И, наконец, наступил роковой день. День, когда гусеница почувствовала, что она больше не хочет, не может есть. Да-да. Вяло, сонно сидела она на листе, на большом, сочном, аппетитном листе, и вместо того, чтобы грызть его, вяло и сонно, словно от нечего делать, обматывала сама себя шелковиной. «Смотри-ка!» — взволнованно сказал лесной клоп. «Наша соседка-то, видно, помирает, перестала есть». «Ну что ж, я всегда говорил ей, что фантазии до добра не доведут. Но кто в наши дни слушает разумные советы?» На этот раз тли даже не поддакнули ему. Они только еще глубже уткнулись носом в мягкую смородиновую листву. Да, и неудивительно, клоп действительно очень разволновался, а гусенице было уже все равно. «Может быть, я и правда умираю, — сонно подумала она, — значит, у меня так и не будет крыльев. Ну что ж, хотя жалко, жаль». Кто знает, о чем она жалела, но она не умерла. Вяло и сонно, но упорно она продолжала до поздней ночи обматываться шелковиной. А когда наступило утро, гусеницы на улице крапивы уже не было. На листе крапивы уже не было. Зато под кустом крепко-накрепко привязанный к толстому стеблю, висел плотный шелковистый кокон. Так прочно был он устроен, так надежно прикреплен, что ему было не страшны ни дожди, ни поздней осени, ни снег, падавший вокруг, ни метели, ни завывания в голых ветках, ни морозы, от которых порой замертво падали голодные пташки и трещали, лопались стволы деревьев. Пришла зима. Сосулек закапали первые слезинки. Сосулькам было жалко, что зима проходит. Набухли почки на деревьях. На проталинах выглядывали первые подснежники. Кокон все висел и висел неподвижно, застывший, словно неживой. Может быть, и правда, там не было никого живого, но едва раскрылись одуванчики на лугу, с кокона слетела верхушка, и какие-то странное существо неуклюже выползло наружу и уселось на сухом листе. Боже, какое жалкое это было создание, мокрое, беспомощная, все измятое, и вдобавок на спине у него висели две сморщенные, тоже мокрые тряпочки. Но солнце, доброе весеннее солнце, для которого все равно, поглядывало на него так же ласково, как и на самый прекрасный цветок, и под его тяжелым взглядом морщинистые лоскутки расправлялись, развернулись, и ослепительным, красивым засияли пара чудесных крыльев. Да, никто бы не узнал в этой прелестной бабочке нашу старую знакомую гусеницу. Да, и кому было ее узнать? Ведь ни кузнечика, ни лесного клопа, ни тли давно не было на свете. И все-таки кто-то ее узнал. «Ну что, соседка?» — прозвучал скрипучий медленный голос. «Вот видишь, у тебя теперь есть крылья». «Ах, здравствуй, улитка!» — отвечала бабочка. «Да, у меня теперь и правда есть крылья, крылья!» «И ты
можешь полететь и сгрызть весь-весь лес, как ты собиралась сгрызть, удивленно приподняла крылышки бабочка. Что это значит сгрызть? Улитка тихонько хихикнула. Ах да, вспомнила бабочка. Помню, помню, но почему-то мне совсем не хочется грызть. Да, и нечем, по правде говоря, смущенно засмеялась она. Она говорила правду. Вместо зубастого рта у нее теперь был нежный, тоненький хоботок, пригодный разве для того, чтобы пить цветочный нектар. Без еды долго не протянешь, начала была улитка, но бабочка не дослушала ее. У меня есть крылья, крылья ликующие, повторяла она. Я могу летать, куда хочу, и любовалась тем на свете. Ведь крылья, ведь для того и даются крылья, правда? И улитка впервые на своем долгом веку не знала, что сказать. Она еще обдумывала свой ответ, когда рядом с бабочкой отпустился на листочек молоденький мотылек. Вот смотрите, бабочка и мотылек. Он был горд и взволнован, ведь это был первый его полет. И даже когда он сел на листочек, крылышки его так и ходили. «Полетим!» – крикнул он, заметив бабочку. «Полетим!» – радостно ответила она. Оба вспорхнули и полетели туда, где на лугу пестрели цветы, где ослепительно блестела речка, где вдали синела зубчатой полосой леса. Оба юные, самые прелестные, как два цветка. А улитка все думала. Вот смотрите, бабочка и мотылек. Они полетели к реке туда, где там лес, солнышко, тут кусты растут. Другим цветам. Здесь они уже на этих цветах были. А улитка продолжала сидеть и думать. Вот и закончилась наша книжка. Видите? Вы как много узнали из этой книжки, как в природе превращается. Из гусеницы получается кокон, потом превращается красивая бабочка получается. Вот это кокон такой висит. Ну, на этом все, ребята. Я вас жду в следующий раз. В следующий раз мы начнем читать другую новую книжку. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец. И жду ваших комментариев. До свидания.